Pink Flamingo, и в этом видео я вам буду показывать свой рум-тур, то есть свою комнату. Итак, скажу, это мой бар. То есть здесь вы видите у меня такую декоративную елочку, она очень такая прикольная, и дракончик, эта копилка мне подарили, когда был год дракона, это еще было очень давно. Вот. Здесь у меня стоит компьютер, мы видим, он наклеен разными блесточками, я сама его клеила. Потом здесь у меня стоит стаканчик с разными там ручками, карандашами. Мой кубик Рубик, я иногда его люблю крутить. Также тут стоит пенал с моими обложками, у меня их тут целая куча. Потом у меня есть такая вот шкатулка с моими украшениями разными. Здесь вот у меня резинки, там зеркальцы, разные колечки лежат. Вот. Потом здесь у меня лежит мой скетчбук, который я уже снимала видео, наклейки и разные фоны для ЛПС. Также мы видим самих ЛПС. И здесь мы видим лак, мои очки. Здесь мы видим вот такую вот коробочку, мой спиннер, мои стерки. Здесь скотчи и мои стикеры, которые еще были на моем старом канале. Мы видим лампу, и вот здесь вот мы видим такие вот, можно сказать, мои расписания, которыми я приклеила стену. Итак, перейдем к следующему месту. Она у меня очень прикольная, здесь можно поднимать ее. И также у меня стул тоже, который можно поднимать, регулировать под себя. Еще у меня здесь есть разные вещи, например, как лампа, здесь снежинка. Мы видим вот такие вот лампочки, которые очень прикольно горят, гирлянду. Потом здесь лежат мои книжки, мои уроки, мой пенал очень прикольный. Потом у меня здесь тоже мои книжки лежат, мои стаканчики с ручками, карандашами, у меня их здесь очень много. И теперь мы перейдем к моей кровати. И здесь мы видим, у меня такая кровать прикольная. Здесь у меня такие цветочки, фламинго, как вы видите, здесь бабочки еще. Еще у меня эта кровать может гореть вот здесь, вот по этим линиям. Вот, и с той стороны тоже включается лампочка, но там у меня висят гирлянды, поэтому я не буду сейчас включать. И также у меня здесь есть такой милый мишка, котик, а у меня еще кровать очень мягкая. Она очень прикольная. Итак, сегодня мы видим, что там мои разные вещи. Здесь мы видим, у меня тетрадки, я делаю на них обзор разных кованых тетрадки с фламинго, с цветочками. Здесь у меня такая стоит коробочка, здесь у меня корона такая вот, и разные куколки там, которые я в виде декора использую. Здесь еще у меня такой ангелочек есть, такая вот колясочка. В общем, у меня здесь все обдекорировано, так все красиво обставлено. Также у меня здесь такой дончик прикольный и плео. Я им все детство игралась. И еще картина стоит, которую я сама делала где-то в лет 6-7. Вот, теперь мы перейдем к последнему. Да, это мое окно. Я его очень люблю, иногда люблю в него посмотреть. Даже бывает, смотрю в него часами, потому что мне интересно наблюдать, что там происходит. Я особенно летом очень люблю туда смотреть, или когда болею, смотреть на своих друзей, когда они гуляют, или вообще просто посмотреть, что вообще там происходит. И да, дорогие друзья, на этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой рум-тур. Подписывайтесь на мой канал, а также на канал Аватары со Стервочкой и на канал ЛПС Фламинго. Ссылочки будут в описании. И на этом все. Всем пока. До скорых встреч, дорогие друзья.